все, чем мы гордимся за последнее время, все достижения наши, от строительства даже космодрома «Восточный» до Олимпийских игр в Сочи, везде у нас труд мигрантов. И те, кто говорят о том, что нужно, Россия должна полностью отказаться от иностранного труда, ну, люди просто не до конца понимают законы экономики, к чему это приведет. В сфере ЖКХ это приведет к многократному увеличению стоимости работ.